Ну, я скажу, сегодня, наверное, была игра вратарей, да? Весело играли те и другие. Шайбы летали туда-сюда, так что там не успеваешь опомниться, ни кого поставить. Так. Одних ставишь, пропускает, других ставишь, пропускает. Ну ладно, хорошо, хоть забивали в это время там. В общем-то, да, так. Игра, конечно, может быть, зрителям интересна, но нам совсем, наверное, не интересно, да, так, когда такие игры идут. Ну, в принципе, доволен только результатом сегодня. Всего. Хотелось поздравить вас всех с Рождеством. Рождество дарят подарок, к сожалению, подарок это подарили мы Борису. Ко многим, ко всем игрокам, кроме Сорокина, большие претензии по этой игре. Ну, я думаю, в атаке уверенно играла и команда Кузнецки. Мы, я думаю, у нас проблема была с вратарем, что Власев получил травму. И получилось так, что соперник догонял нас. Мы пытались забить больше, наверное, из-за этого так получилось. Хотели выиграть больше матч. А как думаете, если бы не травма Ласила, счет сегодня был бы другим? Или, в принципе, столь же результативный хоккей мог получиться? Ну, я думаю, скорее всего, другим, потому что могло быть меньше в наши ворота и соперника голов. А что скажете по игре «Металлурга»? Насколько сложно было играть против этой команды? Всем известно, в каком они положении сейчас находятся. Ну, там очень много молодых ребят, которые на каждом отрезке борются. Они все очень хорошо катаются. И мы знали, что нам будет тяжело сегодня, но, видимо, они подустали, и мы свои моменты реализовали. Что скажете лично по своей собственной игре сегодня? Какая из заброшенных шайб вам, может быть, больше всего понравилась? Ну, практически 3, думаю. Но спасибо моим партнерам, что меня выводили на бросок.